Надхармам, надхармам, Шрутигана нироктам килакуру, Браже Радха Кришна, Прачура Париджарджами хатану, Сачи Сунам Нанди, Сварапати Сутатве Гуруварам, Мукундо Престатве, Смарапарамаджасрам Нанумано, Надхармам, надхармам, Шрутигана нироктам килакуру, Браже Радха Кришна, Прачура Паричарджами хатану, Сачи Шунам Нанди, Сварапати Сутатве Гуру Гуруварам, Мукунда Престатве, Смарапарамаджасрам Нанумано. Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. Gauriya Goshtipati Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал: если вы обретете милость чистого вайшнава, будьте уверены, что одновременно с этим вы получите милость Верховного Господа. Гаудия Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал: допустим, вы обретете полную милость чистых гуру и вайшнавов. В таком случае будьте уверены, что вместе с этим вы получаете милость Верховного Господа. Это гарантировано. Гуру Татва сложна. Несмотря на то, что мы очень заняты тем, что хотим войти в Рагануга Баджан, необходимо как можно скорее понять этот момент. Гуру Татва настолько сложна, что для нас невозможно понять ее должным образом. Гуру, садгуру, могущественный гуру, Рагануга преданные, который очень могущественный. Шлока, с которой я начал, была написана Прайджанататва Ачарья Рагунаты Даса Госвами. Я вернусь, чтобы прояснить, объяснить ее. Гуру Татва очень сложна. Поэтому мы можем иногда в связи с этим совершать апарадхи из-за непонимания. Гуру может наказать меня, а может дать мне милость. Он может совершить ниграху и ануграху по отношению ко мне. Сегодня я рассказывал про Питама Бишму на Харикатхе по Бхагавад-гите. Я рассказывал, как внешне кажется, что Питама Бишма определенно поступает неправильно, что говорить о Кришне. Парикшит Махарадж ради нашего блага задает этот вопрос. Но по поводу Гуру Татвы, Двадаша Махаджаны, важные, очень значимые личности, никто не мог понять Питама Бишму. Как я уже говорил, пока мы пытаемся руководствоваться нашим собственным пониманием, мы не сможем этого понять. Истинный саду всегда связан с Анантадевом, поэтому он зовется гуру. Гуру означает тяжелый. Если он не имеет связи с бесконечностью, с Анантадевой, о какой гурутве можно говорить? Не будет у него никакой гурутвы. Неправильно понять Питама Бишму очень легко. Он прекрасная личность.
Его пример очень важен для нас. Но он выбрал сторону глупого Дурьотханы, злого Дурьотханы, и сражался. Против панча-пандавов, против Кришны. И поэтому это может вести нас в замешательство. Но если мы сможем понять это, настоящий преданный, тот, кто действует как ачарья, порой мы можем недопонимать, почему он говорит то или иное. Но будьте уверены, что Парамахамса Ачария, то, что он говорит все в соответствии с желанием Кришны, каждое его действие, каждое действие Парамахамса Ачария, все, что он делает, все это в соответствии с Верховным Господом. Даже несмотря на то, что Парамахамса Ачарья, Шрила Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж, он, то есть он не проповедовал. Если он почему мы называем его Ачарья Варья? Он же не проповедовал, потому что благодаря через свое поведение он дает нам уроки. Своим настроением баджана он учит нас, обучает нас постоянно. То есть его ачаран, его пример — это проповедь. Сейчас мы видим массовую проповедь. Но как мы можем назвать проповедь массовой? Проповедь означает устанавливать бхакти в сердцах других людей. И что же такое массовая проповедь? Многие люди сейчас используют это определение. Но что я хочу сказать, когда, прежде чем мы что-то говорим, необходимо четко понимать, что мы говорим. Необходимо понять, должны ли слова мы используем. Как вообще проповедь может быть массовой? Все, то есть люди по всему миру могут узнать, что существует Кришна и Гауранга. И таким людям, ну, то есть возможно ли помочь всем начать баджан по всему миру? Гуру Кишордас Бабаджи Махараджа мы называем Ачарья Варьи. Почему? Потому что он постоянно говорил что-то, чему мы не можем следовать, неквалифицированы. Если Ачарья говорит строго, это не значит, что он обладает какой-то завистью. В Гите, когда Кришна говорит Арджуне, Арджуна был расстроен. Почему? Потому что Бхагаван действует как ачарья. Когда мы, то есть ачарья порой говорит строго, это не значит, что он обладает какой-то завистью, желанием с кем-то посоперничать. Это неправильное понимание. Итак, Гуру Кишордас Бабаджи Махараджа мы называем таким образом Ачарья Варьи, потому что постоянно он дает нам уроки своим собственным примером. Там много противоречий, как, например, Кришнадас Бабаджи Махарадж. Нет, Кришнадас Кавирадж Госвами.
Наш Кришнадас Бабаджи Махарадж был постоянно вовлечен в Санкиртану, но сейчас я говорю о Кришнадас Кавираж Госвами. Он писал о себе как о последователе Шрила Вриндавандас Такур Махашая. Он говорит, что я следую ему постоянно. Каждый шаг он прославляет, то есть постоянно он прославляет его имя. Он говорит, я хочу вкушать остатки пищи Вриндавандас Такура. Имеется в виду, я хочу вкушать утиштху, то, что осталось, имеется в виду в литературном плане после Вриндавандас Такура. Вриндавандас Такур пишет в Чайтанья Бхагавате, что Гауранга Махапрабху, Нитянанда сломал свою данду на три части. Зачем Верховному Господу данда? Обусловленные души могут, должны носить данду, но поэтому Верховный Господь не должен этого делать, думал Нитянанда Прабху, и поэтому он в игривом настроении сломал данду и бросил в Гангу, в реку. Кришнадас Госвами Махарадж. А, то есть, прошу прощения, я ошиблась не в Гангу, один пишет, что в Чандре. Это была не Ганга, а какая-то другая река. Кришнадас Кавираж Госвами. То есть, когда мы видим какую-то разницу в повествованиях ачарьев, мы должны понимать, что оба правы. То есть один пишет, что один говорит, что эта лила произошла в одном месте, другой говорит в другом месте. Как же это примирить? И Гуру Варга говорит, у них руководствуясь своим спурти, они пишут в соответствии со своими спурти, то есть то чувство, которое приходит в сердце, как в случае с Вальмики, с Тулсидасом, Вальмики. То есть порой это сложно понять, как возможно. Возможно, кто-то из них говорит неправду, как возможно примирить разные вещи, сказанные чарями. Но если мы будем пытаться проанализировать это, что может это правда, а может и неправда, нужно проверить, выяснить. Гуру Варга учит нас, что любые несоответствия, которые мы находим в повествованиях ачарьев, мы должны понимать, что оба они правы. Возможно, один говорит Ананта лили, другой Гауранга лили. Возможно, в одну калпу это произошло в одном месте, в Чандрабхаганаде, в другой калпе это произошло в другом месте. То есть даже сейчас, в наше время, мы видим противоречия. Некоторые ачарьи говорят, Яма Киртан — это хорошо, нужно совершать Яма Киртан. Кешава Госвами Махараджа говорит, нет, совершенно не так. Сначала Харикатху нужно слушать. Это слишком возвышенный Яма Киртан. То есть в действительности это выглядит очень противоречивым. Но мы должны сохранять терпение. Мы должны обсуждать это с Гуру и Вайшнавами, если они недоступны. То есть, в общем, мы должны обсуждать это с вайшнавами, как это понять правильно. Я уже сказал одну шлоку, которая написана Рагхунатдас Госвами, его прямые ощущения, чувства, переживания. Он дает нам совет. Не пытайтесь быть вовлеченными в дхарму и адхарму. Шрути
дает нам много советов, но нет необходимости следовать этому. Единственное, что нужно, следовать тому, что... В общем, я также получил это наставление от Гауранги Махапрабху. Необходимо вовлечь себя в настоящее... То есть необходимо служить в настроении служения. Если мы не понимаем Рагануга Баджан и Расалилу, то есть у нас сейчас в настоящем состоянии недопонимания Гуру Варги, почему Питама Бхишма поступал таким образом, а не иначе. Но я уже объяснила это. Все, что делает Гуру Варга, все, что делает Таттва Ачарья, определенно он действует в соответствии с наставлениями Верховного Господа, с указаниями Верховного Господа. Питама Бхишма, стал сражаться за злого Дурьотхана, за низкого Дурьотхана. И когда произошла история с Драупади, ее пытались раздеть, и Питама Бхишма не выступил против этого. Он хранил молчание. И я объяснял это все на классе по Бхагавад-гите, а сейчас я не могу в деталях это все описывать. Но я скажу вкратце, что все, любое действие, если мы вообще понимаем, что Питама Бхишма Двадаша Махаджана, мы должны понять, что он не может совершить ошибку и не может действовать неправильно. Если у нас хоть какая-то шрадха есть, нужно обратиться к Таттва Гьяна Пуруша и понять причину. Как сказал Махарадж, они действуют просто в соответствии с наставлениями Кришны. Как Нарада Махарадж. Можно подумать, что Нарада Махарадж постоянно всех пытается поссорить. Но в действительности он лишь хочет увеличить. В общем, Нарада Махарадж пытается просто ускорить, способствовать игре. Камса был грешником, и он пытался, чтобы это дошло до конечной степени, до предела, чтобы он поскорее умер. Но внешне кажется, что Нарада Махарадж пытается устраивать столкновение между героями. Зачем надо было приходить и говорить, что у тебя неправильные подсчеты, что... Ну, то есть... Также Питама Бхишма. Он дает некоторые оправдания Юдхиштхира Махараджу. Он говорит, что на самом деле обе стороны едины для меня. Но так как я уже решил, что я буду на их стороне, я должен защищать их, то есть я должен сражаться на их стороне. Я принимаю пищу от них, я живу в их королевстве, наверное. И таким образом Питама Бхишма сказал, ну, привел аргументы, которые мы можем пытаться понять, но внутренняя причина Питама Бхишма подобен льву. Если Драупади была оскорблена, то есть Драупади была оскорблена, и если бы Питама Бхишма хотя бы слово сказал, все бы прекратилось, наверное. Но почему же он не сделал этого? Потому что он выжидал последний день. Он знал, что все они совершают адхарму, все они грешники. Тем не менее, он понимал, что все они умрут. Возможно, Питама Бхишма... Если бы он не остался на стороне Дурьотхани, Дурьотхана, как бы он исполнил желание Кришны,
обрести вира расу. Поэтому Питама Бишма был на их стороне, принося таким образом удовлетворение, удовольствие Шри Кришне. А мы думаем, почему все это так? Вишвана Чакравати Пад уже объяснил, когда любовные взаимоотношения случаются между героем и героиней, в это время всегда что-то подобное происходит, то есть проливается кровь. Тем не менее, все это увеличивает, наверное, любовь. И внешне кажется, что Питама Бишма действует неправильно, действует жестоко. Но это не так, мы не должны судить их. Итак, все поведение, слова Гуру Вайшнавов настолько сложны, что мы не можем должным образом понять их. Поэтому мы должны запастись терпением и обратиться к должному источнику, чтобы найти объяснение этому. Прабхупад никогда не мог сделать ничего неправильного. Бхактивинода Тхакур, Кешава Госвами Махарадж, Сидхар Госвами Махарадж. Никогда. Но внешне нам кажется, что среди представителей Гуру Варги различные мнения по определенным вопросам, как, например, в случае с Яма Киртаном. Наш Рагунандас Госвами, Прайоджан Татва Ачарья, дает нам совершенное определение Рагануга Баджана. Он говорит, что не нужно вовлекаться в понимание дхармы и адхармы и следование предписаниям, которые дают нам Шрути. Не пытайтесь следовать всему этому. Эти наставления получил от Гауранги, и я передаю их вам. Попытайтесь находиться во Вриндаване постоянно. Если не можете физически, то в уме вы должны всегда пребывать в Дхаме. Постоянно. Таково настроение чистых гуру и вайшнавов. Когда они находятся во Вриндаване, они думают о Гаур-Дхаме. Когда они в Гаур-Дхаме, они размышляют, всегда думают о Вриндаване. Потому что они едины для них. Я уже рассказал причину, по которой Гауранга Махапрабху не зашел в этот мир. Обычные люди не могут понять этого. Бхагаван приходит сюда, чтобы дать нам понимание того, что есть раса лила и апракрита кама лила. Если мы не войдем в апракрита кама лилу, до сих пор у нас есть подозрения, недопонимания. Материальная карма захватит наши сердца в таком случае, если до сих пор мы не удалили это из своих сердец. В этой жизни мы должны выйти из-под влияния майи любыми путями и понять апракрита камадева, апракрита раса лилу. Что это такое? Почему люди не могут понять этого? Мы пытаемся понять это с разных точек зрения, с разных углов, под руководством наших предыдущих ачарьев, Шрилы Прабхупады, Кришнадас Госвами, Кришнадас Кайрадж Госвами и других ачарьев. Не вовлекайтесь во все эти глупости постоянно. Безостановочно служите духовной чите Радхе Говинде. Попытайтесь сосредоточить свою на Вриндаване, находиться во Вриндаване. Будьте уверены, что сын Сачи Маты, Сачи Сунам, Нандисвара,
пати сутатве, Нандишвара пати, Нандагао, is king, is Нанда Махарадж. Нандишвара пати, сутатве гуру, сутатве, I mean you should understand, you should feel 100%. Вы должны понять, что что сын Шачи не отличен от сына Нанды Махараджа. Как же я могу понять гуру? Гуру не отличен от Верховного Господа. Прабхупад говорит, если мы не можем прочувствовать этого, что Бхагаван и Гурудев едины, пока мы не почувствуем всем сердцем этого, мы не сможем повторять Харинам. Чистый Харинам не начнет танцевать на нашем языке. Что говорить о Рагануга Баджане? Все это будет для вас простые истории. Когда мы не думали, когда бы мы не говорили о гуру и вайшнавах, не возникает никакого вопроса о том, что они могут соревноваться друг с другом, завидовать друг другу. Если я... То есть, когда они говорят что-то строго, они тем самым обнимают и выражают свою любовь нам. То есть, это говорит о том, что у них в сердце глубочайшая любовь. Если я говорю таким образом, то это не означает, что я гневаюсь, что я злюсь. Прабхупад говорит, что саду не может гневаться. Иногда мы видим, что Кешава Госвами Махарадж очень... зло гневно говорил, Шанта Госвами Махарадж тоже гневно говорил, но я уже приводил пример. Это урок Махапрабху, что мы должны в конце концов войти, наверное, в Рагануга Баджа, но пока мы вот это не поймем, у нас ничего не выйдет. Махапрабху постоянно говорит, если кто-то выражает непочтение гуру и вайшнавам, я не могу стерпеть этого. Когда наш Санатана Госвами обратился к Джагананда Пандиту за советом, что мне делать, Пандит? У меня вот болезнь кожная развилась, кровь сочится из ран, а Прабху постоянно обнимает меня. Я его пачкаю этой кровью, и это огромная аппаратха. Что со мной будет за это? Что мне делать сейчас? Почему бы тебе не вернуться во Вриндаван? Тебе же уже Прабху дал место во Вриндаване. Руб Санатна Джив, всем вам он даровал место во Вриндаване. Почему бы вам не вернуться во Вриндаван после Радхаятры? И Санатна Госвами сказал, это замечательное наставление, потому что если я останусь здесь день за днем, я буду накапливать аппаратхи. Когда Гуранга Махапрабху узнал об этом, что Джагадананда Пандит посоветовал Санатана Госвами. Он был очень разгневан. Ты кто такой? Кто ты такой? Ты только вчера родился, а сегодня уже даешь уроки самому Санатана Госвами. Такой гордый ты. Столько у тебя ложного эго. Санатана Госвами плакал. Сейчас я вижу, насколько сильно ты любишь Джагадананду. И
Тем самом ты на самом деле даешь совет мне. А, нет, он говорит, ты мне даже советы можешь давать, как я могу стерпеть, что он дает тебе советы? Почему он дает тебе советы, как он смеет? Я не могу стерпеть такого. Это вне, вне этикета. Махапрабху говорит, это основополагающие вещи вайшнавского этикета. Когда возникают проблемы в философии вайшнавской, если то есть ачари могут говорить очень строго для того, чтобы исправить ситуацию. Но это не значит, что они в действительности гневаются, что есть у них какой-то гнев. Итак, Махапрабху тем самым дает нам урок, почему так происходит. Мы постоянно должны помнить, мы должны в ясном сознании с холодным умом не делать никаких суждений быстрых, обдумывая свои действия. Таков обычай. Это не так, что мы можем... То есть, когда есть глубочайшая любовь, тогда, когда есть глубокая любовь, кто-то может, ее обладатель глубокой любви может говорить строго. Это есть джива химса. Если имеется в виду это джива химса. То есть, как джива химса, когда я не говорю правду. Это джива химса, это насилие по отношению к живым существам и также апарадха. Наша Рупануга Гуру Варга. Если мы будем прославлять Рупануга Гуру Варгу, мы не будем сражаться ни с кем спорить, потому что единые интересы, если же у кого-то свои собственные интересы, тогда только может возникнуть возможность для споров. Также я не хочу, то есть я не ожидаю, что кто-то будет следовать мне. Как говорил мой Гуру Махарадж, все вы следуете Прабхупаду и Бхактивинода Такуру. Если же я буду заявлять, что вы следуете мне, не есть хорошо это. То есть он бы мог сказать, что вы все следуете. А то есть самое большое, что вы можете сказать, что Шрила Гурудев говорил, вы следуете Шрила Прабхупаде через меня. То есть внешне вы следуете мне, на самом деле вы следуете моему Гурудеву, совершенному Гурудеву. Я смиренный слуга. Я слуга всех вас. Я лишь пытаюсь помочь вам осознать абсолютную истину. Вы думаете, то есть в действительности вы последователи Прабхупады и Бхактивинода Такуры через меня. Это самое большее, что я могу сказать. В любом случае, я просто стесняюсь, что вот вы так говорите, что вы следуете мне. Каково мое положение? Разве? Я достоин этого. Итак, Рагунатдас Госвами учит нас. Наш Гурупада Падма — вечный спутник Бхагавана. Иногда он говорит, что Прабхупад говорит, если вы возвыситесь, вы поймете, что Гурудев — это Радхарани, это экспансия Радхарани. То есть все
Гуру Варган служит, помогает Радхарани служить Кришне совершенным образом. И через служение они черпают расу, черпают вкус. Но главная проблема в том, что наш материальный ум, ложное эго, чинит нам проблемы, не давая понять абсолютную истину. Маленькие, по пустякам мы чувствуем проблемы. Сердце у нас начинает беспокоиться. Реакция в нем происходит определенная. Как я уже говорил, на берегу пруда большое дерево кокосовое растет, пальма. И вы, если стоите на берегу озера, вы видите отражение пальмы в воде. Когда нет никакого движения, никаких волн, ясное отражение. Но когда ветер дует, наверное, волны появляются, вы видите, как... То есть они выглядят как волны, но в действительности не волны, а рябь на воде. И в это время вы видите, что то самое кокосовое дерево, несмотря на то, что оно стоит так же, как и раньше, отражение в пруду, все оно дергается, двигается от этой ряби. И тот же самый пример дается в Бхагаватам. На самом деле, дерево абсолютно спокойно стоит, оно не трясется. Но только лишь отражение дерева, которое мы видим в воде, из-за ряби на воде трясется, то есть имеется в виду, содрогается. И точно так же, когда-нибудь, если вы сможете понять, что вы атмавасту, что ваша атма не может быть под влиянием тругун материальной природы. То есть, например, вы можете говорить много всего нехорошего обо мне, я не почувствую себя оскорбленным. Какая-то ситха... То есть, я просто выполняю свой долг, наверное. То есть, рассказывая необходимо... То есть, рассказывая ситханту. Кришна говорит, почему вы живете в материальном мире? То есть вы живете в материальном мире, и нет необходимости оставлять этот мир, наверное. Если вы победите это влияние тригун материальной природы, те, кто победили майю, они должны в этой жизни... То есть необходимо в этой жизни попытаться победить майю. У вас столько помощи от Гуру Варги и Вайшнавов. Если ваш ум достигнет баланса, не будет переживать от того, что кто-то вас оскорбляет или превозносит, не будет реагировать на жару и холод. Счастье или горе. Когда материальный дакша, глупец, оскорбил Шанкар Бхагавана, Шанкар ничего не сказал в ответ. Тот говорил грязное оскорбление. Как моя дочь могла выйти замуж за такого человека, который не знает никакого этикета,
моя дочь настолько прекрасна, только по совету Брамы я сделал это, то есть выдал ее замуж за тебя. Живешь ты в крематории. Грязный, грязный, грязный ты. Но в действительности, кто может быть чище, чем Вайшнава Ятам Шамбо Шивджи? Кто может быть чище, чем Шанкар? Он постоянно думает о Верховном Господе. Тем не менее, тот оскорбил его. Но Шанкар Бхагаван ничего не ответил. Когда, в конце концов, Деви оставила тело, и он узнал об этом, он был разгневан, потому что он повелевает Тамагуной. То есть он великий вайшнав, несмотря на то, что он повелевает Тамагуной. Он был очень разгневан и разрушил всю ягью. Вышел Вирабадха и кричал, что из огня, наверное, что делать, я готов выполнить твое наставление, и им была разрушена вся ягья. Никакая, на самом деле, это не была ягья, потому что когда место, где оскорбляют вайшнава, вы не можете никакую ягью настоящую. На самом деле, если... То есть можно устраивать огромные яги, но... Если чистые гуру вайшнава не присутствуют на яге, нет смысла в ней. Если услышав Харикатху, я понимаю, осознаю то, что я обрел. То есть если Харикатха не увеличивает мою бхакти, какой смысл в ней? И сейчас я хочу указать на то, что Бхагаван, Шанкар Бхагаван, никогда не гневается, несмотря на то, что он в одеждах Тамагуны. Если кто-то занимает пост полицейского офицера, он носит подобающую форму. Точно так же. Для того, чтобы защитить чистое преданное служение, как Адвайта Гасай учит нас, как минимум 10 Адвайта Гасай когда кто-то занимает пост полицейского, он, несмотря на то, что он может быть сатвичен внутри, тем не менее он должен исполнять свои обязанности, наказывая негодяев, преступников. И каждая такая ягья, дакша, то есть имеется в виду чрезмерные усилия для того, чтобы показать всем свое положение, для того, чтобы как-то показать себя хорошо в глазах других, это необходимо разрушить. Это должно быть разрушено, как ягья, дакши. Если, как говорит Адвайта Гасай, учит нас, хотя бы, то есть 10-15 людей, если придут, уже будет хорошо. Мы не собираемся какой-то бизнес делать. Адвайта Гасай обсуждал Бхагавадгиту в кругу преданных, и они переживали о том, что снаружи ситуация очень плоха, но внутри они вместе с преданными обсуждали Бхагавадгиту.
Адвайта Гаса, Свишварупам и другими преданными обсуждали Бхагавад-гиту. Итак, мы нуждаемся. Однажды Шривас Пандит сказал, количество чистых преданных должно возрастать, не обезьяны. Шивас Пандит говорит, что наша готра, наша, то есть, когда происходит инициация, инициируемый наделяется шнуром браманическим, и таким образом он приходит в готру, вход в готру осуществляется. И говорится, что должно возрастать количество чистых преданных, а не тех, кто имитирует. Шанкар Бхагаван, после того, как все произошло, ягья была разрушена, когда циклон стихает, такой вот умиротворенное состояние, стихшее имеется в виду. И также Шанкар Бхагаван сидит на Кайласе, и кажется, что от Шанкара не сходит спокойствие. Он очень спокоен и умиротворен. Напротив него сидят Риши и Муни. И затем Брама и другие полубоги начинают возносить молитвы Шанкару. Пожалуйста, прости. Все, что прошло, то, что случилось, то случилось. Пожалуйста, прости. Ягья закончена, разрушена. И Шанкар Бхагаван отвечает, честно говоря, я никогда не думал о том, что они вообще сделали что-то не так. У меня нет никакого гнева, но я совершил все это для того, чтобы установить этикет, установить дхарму. Я не разгневан, даже во сне я не могу разгневаться, то есть даже во сне я не гневаюсь. Я даже во сне не мог представить, что они мои враги. Тем не менее, я был вынужден поступить так, для того, чтобы установить санатана-дхарму, возобновить, возродить. Потому что они настолько горды, у них столько ложного эго, я был вынужден действовать таким образом. Таким образом, если вы понимаете этот момент, вы не будете совершать ошибок. Мы должны понять, что Гауранга Махапрабху пришел сюда для того, чтобы дать нам уникальную возможность Уната Уджвала Расу. Мы не должны забывать об этом. Для того, чтобы даровать Уната Уджвала Расу и Свабхакти Шриям. Как он совершает баджан? Он совершает баджан для того, чтобы обучить нас. И мы должны следовать его примеру, и тогда мы достигнем платформы Расататвы. Расататва сложна. Если мы побежим туда, руководствуясь собственным умом, мы не достигнем ничего. Видада Мада сказано Рупа Госвами. Свабхакти Шриям, будьте внимательны. Наша просьба такова, наша молитва такова, чтобы Сачинандан не зашел помочь нам, для того, чтобы он проявился в наших сердцах,
если он будет постоянно пребывать там со своими удлиненными руками, какие проблемы могут возникнуть у нас, какая кама? Если мы будем думать о Бхактивинода Такуре и Прабхупаде постоянно, какая кама, какая пратиштха может создать мне проблемы? Это просто невозможно. То же самое говорит Сарвабхаума Бхаттачарья. Но он говорит немного другим путем. Немного по-другому. Follow, Arise. What is the prayer of Sarvamurti Jajju? That Vairagya Vidya Nijabhakti Yoga Sikha Kami Kaha Purusha Ha Puran. That Puran Purush. Parampara Akileshwar coming. Парампураш, Парампара Акилешвар. Пусть он не зайдет в этот мир, чтобы помочь нам. Вокруг столько грязной расы, столько всего неблагоприятного, и мы должны сказать: стоп, хватит этого, достаточно. Нам больше не нужна эта джара раса. Я склоняюсь к лотосным стопам этого Кришна Чайтани, кто полон кармы. Простите, наверное, полон бхакти, океан бхакти. Кто хотел установить? То есть бхакти-йоги не хватало в то время, из-за времени, из-за стечения времени. Для того, чтобы возобновить, установить среди нас воспевание имен Шри Кришны Чайтанья, он проявился здесь, в этом мире, принял рождение. Мое сердце должно стать единым с этим лотосоногим Господом. Я хочу стать, чтобы мое сердце стало единым. Сердце мое. Должно стать единым с лотосными стопами Верховного Господа. Для того, чтобы научиться Рупа Нуга Рага Нуга Бхакти. Кто научит нас этим вещам? Потому что Рага Нуга Рупа Нуга Бхакти — это не кама. Мы можем... Мы услышали много раз это атвы, но разве вы поняли до конца? Потому что бесконечное количество времени джива наслаждается материальной камой. Разве так просто обрушить эти, имеется в виду, разве так просто отрезать эти фальшивые, неправильные концепции представления у джива? Джива Госвами Пад утверждает. Как материальная кама
Эта лила лишь выглядит как материальная кама. Но будьте уверены, что с помощью этой лилы вы сможете преодолеть грязную каму навсегда. Навсегда. И в Шримад Бхагаватам Махапуране описывается раса лила. Вы много раз уже слышали Шримад Бхагаватам. Мы видим, что Махапрабху слушает Харикатху от Гадатара Пандита, Расататву, сокровенные вещи в Гамбире, от Шривас, от Рай Рамананда и Сварупа Гасая. Насколько удивительным путем Махапрабху обучает нас, насколько уникальны его чувства и эмоции от раса татвы. Вы можете сойти с ума, если вы обретете хотя бы каплю трансцендентной расы татвы, которой переполнен Махапрабху. Махапрабху говорит: «Санатан Рупа, я вам дам одну каплю, и вы попробуйте вкусить ее. Посмотрите». Итак, Шримад Бхагаватам Махапуран. Утверждена Махапрабху, где описывается раса лила. Поэтому как мы можем говорить, что там есть что-то грязное, что там присутствует какая-то кама? И Махапрабху слушал Бхагаватам, как было выше сказано, от Гададхар Пандита. Ширупа, Санатана, все они слушали Бхагаватам от Рагуната Баты Госвами. Санатан и Рупа сидели в Говинда Мандире, очень спокойные, имеется в виду, с затаившим дыханием, слушали Бхагават-катху, Харикатху. Не слушая Харикатху, как об этом говорится в Бхакти-расамрита-синду, Рупа Госвами Пад не говорит, что вы можете пойти на рынок и слушать расалили-татви. Это будет с самого начала, там кроется ошибка. Рупа Госвами Пад говорит, что вы должны обрести вкус к расе из Шримад Бхагаватам от Расика Ачарьи. От чистого преданного, который по-настоящему понимает Апракрита Расу. И тогда автоматически вы разовьете хроническую болезнь и будете чувствовать, что без этого вы не можете больше жить, без Апракрита Расы. Почему Рагунат Госвами говорит таким образом? Он плачет и говорит: «Я умираю. Дай мое, если ты не взглянешь на меня, я умру. Я твой». Пожалуйста,
Принеси меня к твоим лотосным стопам. Я хочу быть у твоих лотосных стоп, потому что без тебя я умираю, я не могу жить. И это и есть Рагануга Бхаджан. Если вы разовьете это внутри своего сердца, тогда вы будете следовать всему, что являет Прабхупад и Бхактивинода Тхакур. Бхактивинода Тхакур постоянно повторяет Харинам и плачет. Когда Прабхупад говорил о Радхаране, он прервался из-за экстатических эмоций и останавливался, прекращал говорить. Итак, не нужно думать, что в Бхагаватам, в описании Расалилы содержатся какие-то грязные идеи. Шримад Бхагаватам, Прамана Мамалам, Праман, доказательства совершенные в Шримад Бхагаватам. Мы не можем сравнить это ни с чем. Услышав Бхагаватам, если мы не взращиваем в себе Рупануга Рагануга Бхакти, значит, все наше Шрава нам бесполезно, если у нас не возросло Рагануга Бхакти. Если мы слушаем Бхагаватам всем сердцем, 100% мы обретем прему, мы полюбим Кришну. Не потому, что мы обязаны любить Кришну, так как Он Верховный Господь. Нет, когда мы узнаем что-то о Верховном Господе, автоматически мы не сможем остановить сами себя. Автоматически любовь проснется у нас. Много раз я уже говорил. Он обладает настолько уникальными качествами, настолько превосходными. Он полон любви. Мы не сможем удержать себя. Мы полюбим его. Не будет другого выбора. Но если вы совершаете какие-то постоянные апарадхи, вы не почувствуете ничего. Те, кто обрели расу Шримад Бхагаватам, никогда не разовьют желание. К материальной расе. Они не смогут. Все Рагануга преданные постоянно. Мы можем наблюдать это. Как то настоящие Рагануги, они нет у них времени. Они постоянно в глубокой медитации. Они глубоко думают, размышляют о Расататве, Расалиле. Не то, что размышляют, они совершают служение в сердце. Уже совершают сердце. И как я вчера рассказывал, если Бхагаван Шри Кришна один, как бы он мог наслаждаться расой? Одному это невозможно, поэтому Кришна принимает облик двух личностей, как я тоже говорил, когда говорил о Брахма Самхите. Если бы Кришна был один, он не мог бы наслаждаться, поэтому он делит себя на две формы — Раду и Говинду. И то же самое Сваруп Гасай провозглашает, проясняет нам. Радха и Кришна
Радха и Кришна едины. Как вчера я говорил, Шанкар Бхагаван говорит Деви. Мы только видим, что Рада и Говинда отдельно существуют. Тем не менее, они едины. И точно так же Вриндаван и Навадвип не отличны друг от друга. Итак, все доказывает, что Рада Кришна, Праная и Крити, бесконечная любовь. Анандам Брахма Иттади Педанта Сутра Юно Радха Кисе Пранаа Паринати Анандамай Шакти. So, though same Bhagavan is one Advaigyanta, the same. It is Ekatmano Opi. Ekatmano Opi means Atma is one. Atma, одна. Нет различий между Радой и Говиндой. Кто такой Кришна? Это Радха. Радха — это Кришна. Они едины, нет никакой разницы между ними. То есть это одна и та же атма, но для осуществления лилы они принимают две разные формы. И после этого Радха и Кришна осуществляют служение разными путями. Хотя внешне кажется, что игры Кришны без гопи полны камы. Но в Чайтанья-чаритамрите сказано: когда есть какой-то намек на абсолютное, на собственную выгоду, нет там премы абсолютной. Когда мы ищем какое-то самоудовлетворение, какие-то собственные интересы у нас есть, это осквернено, но там не может быть премы. Но если мы хотим принести удовлетворение лишь Шри Кришне, это называется према. Почему мы называем это Унатауджвала? Унатауджвала раса достигает своей высочайшей степени. Унатауджвала. Существует много разных рас. У Пракритадами много разных рас. Но Унатауджвала раса, когда раса-татва достигает высочайшего момента, называется Унатауджвала-раса, сияющая, светящаяся. Как приводится пример Чайтанья-чаритамрите, если вы хотите очистить золото, и если вы для этого будете жечь, 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 еще раз жечь золото, в конце концов, оно очистится. Но не прежде. Для этого необходимо жечь многократно золото. Таким образом, мы должны понимать, что Паракия Бхава, он это уже вала-раса. Когда раса-татва достигает своего расцвета, венца, она принимает форму Унатауджвала-расы. Урджешвари Радхарани. Почему мы называем ее так? Урджа-врата. Радика прямо Гуру. Таким образом, с разных углов в Шримад-Бхагаватам описывается, как я уже говорил вчера, Сидхар Госвамипад говорит,
Простите, я хочу сказать кое-что по милости Верховного Господа. Внешне это выглядит как Шингара Раса. Любовный взаимообмен между героями и героинями. Когда Санатан Госвами в форме комментариях в всех комментариях выражает свое настроение на Раса Панчадайи, когда он пишет комментарии на Гопи Гиту и так далее, попытайтесь понять всю серьезность. Санатан Госвами плачет и говорит, молясь лотосным стопам Гопи и Кришны. Он пишет, настроение Гопи Кришна может понять лишь настроение Гопи, а Гопи могут понять настроение Кришны. Они понимают, Гопи понимает сердце Кришны полностью, а Кришна знает сердце Гопи. Санатан Госвами просит прощения. Он говорит, что кто я такой, чтобы писать комментарии? Он пишет, для меня невозможно понять это. Кришна понимает сердца Гопи, а Гопи понимают сердца Кришны. Как же я могу описать это? Молясь о Крипе, об абсолютной Крипе, у лотосных стоп Гопи, он говорит, пожалуйста, Гопи, будьте милостивы ко мне. В противном случае, как я могу понять, что тут говорится, что сказано в Гопи Гите? Там присутствует так много настроений. Таким образом, необходимо понять, что несмотря на то, что Сидар Госвами Пад говорит, то есть он говорит, что несмотря на то, что с внешней точки зрения кажется, что эти лилы полны камы, тем не менее. В конце концов, вы обретете лекарство от чистого преданного, от трупа нога преданного, рага нога преданного. Кама. Не будет там даже запаха камы. Слушая такие лилы из лотосных уст чистого преданного, если они увидят, что ваше слушание подлинно, будьте уверены, что навсегда вы обрубите связь с камой, не будет больше никаких проблем у вас. Таким образом, все мы знаем, что наверное, мы благословлены тем, что у нас есть это знание этой расы благословенной. Так называемые преданные, имеется в виду, чтобы обычные люди обрели шанс, чтобы понять эту крипу, понять расу. И также я уже рассказывал
Вот Саран Лилу, я пытался представить ее таким образом, чтобы не было у вас абсолютно никакой грязной концепции по поводу этого. Когда гопи поклоняются Катьяне Махамаи, они молятся Шрима Сундаре. О, Шрима Сундар, цель наша — это ты. Все, что ты говоришь, мы выполняем, мы твои даси, все, что ты не сделаешь, не скажешь, мы сделаем. Мы твои вечные слуги, мы служим тебе. Бхагаван это просто игра. Бхагаван хочет, то есть Бхагаван хочет проверить гопи, насколько сильны их чувства, наверное. И Бхагаван говорит, что если кто-то хочет любить меня, нет там никакой материальной камы в любви ко мне. Прежде я уже приводил пример. Как же это возможно? Как? То есть, если с Кришной эти игры происходят, если он целует, то есть гопи, в общем, как же это не будет в этом камы? Кришна объясняет, никогда, потому что те, кто обладает любовью ко мне, апракрита камой, хочет встречи с Кришной, хочет обнять его. Кришна говорит, что это подобно каме. То есть оно выглядит как кама, но это не кама. Внешне выглядит как будто одно и то же, но в действительности это совершенно не так. Вы не можете сравнить кама и прему. Если вы это делаете, вы глупец из глупцов. Кришнадас Кешгасвами объясняет, что бесконечная разница между камой и премой. Те, кто обладает любовью ко мне, их сердца и души уже проданы мне. Они думают обо мне, хотят быть со мной, любить меня. И это совершенно не материальная кама. Таким образом, если вы посадите семена с проростками, ничего не вырастет. Простите, если вы посадите жареные семена, ничего не вырастет. И точно так же Кришна говорит, несмотря на то, что внешне кажется, что гопи выражают ту же самую любовь, как это делают материалисты, их любовь настолько чиста, что она никак не может сравниться с материальной камой.
она невозможно им обладать камой, лишь апракрита камой. То есть, когда возникает апракрита кама, не остается никаких проблем. Материальная кама никогда не проявится в таком случае. И гопи говорят, мы хотим полностью предаться тебе, мы хотим служить тебе всем сердцем. Затем Кришна устанавливает соглашение. Хорошо, я утверждаю вашу бхаву, она очень чиста, там нет никакого осквернения. Как вы можете войти в Рагануга Баджан без подтверждения на то Кришны, без разрешения на то Кришны? Твоя санкалпа, твоя решимость, с которой ты принимаешь клятву следовать Катьяне Врате. Я знаю, мы знаем, что в настоящее время люди видят, что гопи поклоняются Катьяне. Тем не менее, это не Катьяне Арчан, это не поклонение Катьяне. Какова их цель? Цель их сосредоточить свои умы на лотосных стопах Шри Кришны. Только лишь. То есть они молятся лишь о том, чтобы достигнуть, чтобы обрести Кришну в мужья. И Кришна говорит, я знаю, насколько возвышено ваше поклонение мне. Но в действительности, внешне они не совершают Кришна Арчану. Как же Кришна может говорить такое? На самом деле, они поклоняются Катьяне. Но Катьяне — это вечная потенция Шри Кришны, вечная энергия Шри Кришны. Мы хотим обрести Кришну. Такова их цель. Все вы совершаете врату Арчану ради меня. И я утверждаю это. То есть я одобряю это. Санкалпа ваша увенчается успехом. Определенно вы достигнете очень быстро желаемого результата. Какова это лила? Также еще одна лила. Мы знаем, как Ягьяпатни, жены брахманов, несутся навстречу с Кришной. Никто не может остановить их. Они бегут к Кришне. Они не хотят возвращаться. Но по совету Кришны они вынуждены вернуться. По просьбе Кришны они вынуждены своим мужьям вернуться. И яги-браманы, они настолько высокомерные, думают, что горды. После этого они плачут. О, наши жены так удачливые. Они не совершали никакую тапасию, не учились в гурукуле.
тем не менее. Почему Рагхунатх Дас Госвами говорит на дармам, на дармам в этом стихе? Он говорит истину. То есть мы совершали много тапаси, думают, размышляют, мужья браманы. Мы учились в Гурукуле, совершали аскезы. Все, что было необходимо, мы совершили, тем не менее, мы не поняли, кто такой Кришна. Мы не узнали Кришну. Попытайтесь понять, это даст вам особую возможность понять Расалилу. Бесконечная бхава. Безостановочная бхава. Так что никто не может остановить их на их пути к стопам Кришны. Семейная жизнь — это ловушка, которую установил Ямарадж. Но жены их, то есть мужья размышляют, но они не совершали никаких аскез, не давали никаких клятв. Но они настолько чисты. Они развили величайшую любовь к Шри Кришне. Уттама шлока в этом стихе означает саду гуру и вайшнава постоянно прославляют имена Господа. То есть Уттама шлока имеется, тут указывается на абсолютное положение Бхагавана. Он сочит Ананда Моя. И поэтому он зовется Уттама шлока. Как же они смогли развить такую гигантскую любовь к Шри Кришне? В то время как мы нет. Потому что они обрели настоящую сатсангу. Они плакали и молились. Бхагавата Майя настолько сильна, настолько сложно ее преодолеть. Мы заняты в личностных интересах, корыстных. Жены наши. То есть они начали сами себя критиковать. Мы настолько бесполезные. То же самое выражает наш Рагхунатх Дас Госвами. Таким образом, мы увидели с разных углов. В материальном мире that we are not going to understand. Why
мы не понимаем, почему философский камень превращает железо в золото. Почему? Ученые не могут объяснить это. Наука лишь может сказать, что если мы прикасаемся к камню, философским камнем к железу, то молекулы камня превращаются в молекулы золота. Но каким образом это происходит? Кто это делает? Наука не дает ответа. Чандраканта мани, то есть какой-то особый вид камня, наверное. Сейчас он, его нет уже, наверное, тут. То есть огонь не мог его сжечь. То есть если у меня есть этот камень, и я засуну руку в огонь, огонь меня не сожжет. Чандраканта мани лишит огонь силы. Я слышала от Гуру Махараджа, что мантра Шакти из разных Пуран мы знаем, что если кто-то оружие бросит, и кто-то могущественный остановит это оружие, то есть может издалека остановить, так что астра не полетит, то есть она застынет. Вокруг может быть огонь, но вот этот камень сможет лишить огонь силы, и огонь не сожжет вас. На каждую реакцию противоположная реакция. Также есть какие-то мантры, с помощью которых можно наслать болезнь на кого-то или излечить. Шукрачарья обладал особым видом лекарства. Если кто-то кого-то убивал, он мог возродить этого человека. То есть, чтобы тот ожил, сделать так. Есть ли у вас какие-то представления об этом, как это работает? То есть сила, могущество присутствует в... То есть сложно объяснить такие процессы. Как это происходит? У нас нет объяснения этому. Парвал — это какой-то, наверное, овощ. Сейчас он запрещен в Чатурмасе. Патал — растение такое. Оно очень полезное. Если листья парвала, этого растения, вы будете есть, это будет контролировать ваш... Не смогла понять, но, в общем, это будет помогать здоровью. И стебли в полях растут стебли, а на них растут вот эти вот растения. Если вы будете их кушать, то также излечитесь от кашля. Нари, падал батрам, питагнам,
То есть разными свойствами обладают растения, фрукты, овощи, разной силой и могуществом. Пита, вата и капха умиротворятся, если вы будете вкушать это растение, патал. Та же самая раса. То есть суть в том, что на Земле растет много разных растений. Но почему патал, он растет наравне со всеми растениями, но почему он обладает таким могуществом? Мы не можем объяснить этого. Гуру Махарадж написал одну статью «Мантра Шакти». В это время он жил в Джессоре, в Ганганандапуре, в деревне, в том месте, где он родился. Там однажды был одного человека укусила змея, и он уже был в преддверии смерти, когда новость распространялась по всей деревне об этом. Оказалось, что есть один человек, мусульманин, который владеет мантрой, которая может извлечь яд из тела укушенного. Гуру Махарадж писал это в своей статье. И он в то время был маленьким мальчиком, и он рассказывает, что мы все ждали, что произойдет. Мы смотрели, наблюдали за происходящим. Пришел этот заклинатель. Имеется в виду этот человек, знающий мантры, и он три морские раковины положил в руку укушенного, произнес мантра. И эти три морские раковины подлетели. И Гуру Махарадж говорит, я сам это видел своими глазами. Такое магическое действие. По заклинанию мантры они подлетели и направились к месту укуса. Нет, простите, они направились к змее. Одна схватила ее за голову, вторая за щеки. И они сделали так, что змея приползла. Она пряталась, но раковины нашли ее и заставили приползти ее к почти мертвому телу человеку, который был укушен. Гуру Махарадж говорит, это чудо, но мы сами видели это своими глазами, что змея сама приползла и нашла место укуса. И постепенно она выкачала весь яд из раны этого человека, укушенного. Змея ослабла немного. Этот человек спустя два дня вернулся к жизни, к полноценной жизни, выздоровел. Один ученик Шрилы Бхакти Бхактивиддханта Махараджа, его отец из Ассама, Пулешвар Прабху, он поет киртаны, очень хороший, преданный. И отец его из Ассама, отдаленного места. Он был очень большим знатоком мантр. Но он
говорил, что никогда мой отец не использовал мантры неправильно. Если какие-то бедняки приходили, просили о помощи, мой отец помогал им. Какие-то разбойники своровали все, что было у одного бедняка. И они приходили за помощью, и мой отец помогал этим людям. Он... То есть эта мантра, она как-то призывала какого-то ангела, и этот ангел помогал, когда была необходимость. В случае с тем бедняком он призывал ангела, и тогда он мог вернуть все, что было своровано. Он отправился в то место, где было своровано имущество, и все вернули бедняку. И Магуру Махарадж говорил, если в этом материальном мире применяется магия мантр, то есть если в этом мире такие могущественные мантры, то есть мантры обладают такой силой, то почему вы не верите в Харинама Махамантру? Почему вы не верите в Апракрита мантру, в трансцендентную мантру? Только потому что у вас нет веры, вы не получаете должную энергию от мантры. Когда вы осознаете, что мантра, которую даровал мне Гуру Махарадж, действенна на 100%, она совершенна и могущественна, вы сможете очень легко то есть сейчас в нашей настоящей ситуации мы не можем понять величие этой мантры. Утром до рассвета солнца мы должны повторять наши мантры и обрести, и тогда мы обретем энергию, но мы очень ленивы, мы не хотим это делать. В общем, чтобы что-то обрести, нужно что-то отдать. Чтобы что-то обрести на пути преданности, необходимо что-то делать, что-то отдавать. Итак, таким образом, Бхагаван время от времени приходит в различных формах в этот мир. Сейчас мы поговорим о его уникальной форме Гопинатхи. Мадан Махани. Кришна — Верховный Господь, но ваша любовь должна заставить вас забыть, что Он — Верховный Господь. В противном случае невозможно достигнуть уровня Раганук. Пока есть настроение величия Господа, невозможен любовный взаимообмен с Ним. Потому что Айшвария оскверняет, то есть вносит какое-то осквернение. Вы не чувствуете свободы. Поэтому вы не можете обрести любовь Рупанук, Раганук. В Шримад Бхагаватам сказано, Браджаваси никогда не думают, что Кришна Парабрахман. Если бы они так думали, вся любовь испарилась бы. То есть, так же, как любовные взаимоотношения в этом мире, нужно очень, как Браджаваси, они очень по-простому относятся к Кришне. Мы должны следовать этому примеру.
Кришна – объект нашей любви. Он единственный объект нашей любви. Они никогда не думают, что Кришна – Парабрахман. Если бы они так думали, как бы были возможны все эти игры? В Расалиле, Панчадая, мы также находим подобное описание, подтверждение этому. Гопи, как я говорил вчера, почему люди любят друг друга? Потому что в них присутствует атма. То же самое говорят гопи. Если мы разовьем такую любовь, огромную любовь к тебе, то есть, если мы разовьем эту огромную любовь, весь мир связан с тобой, весь мир. То есть, что мы можем поделать с этим? Не разбивай наше сердце. Не разбивай наше сердце, пожалуйста, исполни наше желание. Какое нам теперь дело до наших мужей и детей? Долго мы теплим надежду, что мы встретимся с тобой, мы сможем служить тебе и любить тебя. Не пытайся лишить нас этого желания. У нас нет других желаний. Ничего у нас нет. Все. Только лишь одно единственное желание. Не пытайся лишить нас этого. Долго-долго мы ждали этой возможности встречи с тобой. И что ты говоришь? Ты говоришь, что мы должны возвращаться, что у нас есть наша ответственность перед семьей, перед мужем и детьми. На самом деле, сейчас у нас такое положение, что если ты хочешь нас послать назад, сейчас мы ни на что не годны. Больше мы ни на что не годны. Наш ум, сердце, все похищено тобой. Что же мы можем теперь делать? Теперь мы бесполезны. Единственный выход — принять нас. Ты должен принять нас. В противном случае мы умрем. Все зависит от тебя. Ты милостив. Также вы должны понять
то, что сказано в Брахма-самхите, прежде чем войти в Расалилу, начать слушать о Расалиле. Как вы уже знаете, что в Веданта-сутре говорится эта шлока, я уже ее объяснял. Шакти, Шакти, Матор, Абед. Что Господь, сам Кришна принимает форму Радхи и Говинды. Они обладают Шингар-расой. Есть два вида вибхавы. То есть удипаны. Допустим, флейта Кришны. Вамши Дани Кришны. Апракрита Кама Ван. Особая разновидность стрел. То есть те, у кого же установлен какой-то какая-то платформа, они могут испытывать определенные удипаны, приведя различных таким образом, те, кто уже подготовили почву, могут чувствовать прему. Есть два вида вибхава, аламбанды и удипаны. Из них исходят и аламбанды, тоже бывают двух видов, ашрая и вишрая. Ашрая — это радикарани. Объект расы — это Кришна, сам Кришна, Голокапати Говинда. В Ашрай-татве они мотивированы. Гопи вечно существует на Голока-дхаме, в нити Лила Шри Кришны. Они служат разными способами. Существует 64 вида искусств. Когда Кришна посещал Гурукулу Сандипани Муни, каждый день они изучали одно из искусств. Пение, рисование. Много-много разных видов искусств. 64, нужно зачитывать это. Шестьдесят четыре разных вида искусств. Также еще один из видов искусств — то, что Кришна может понимать умонастроение других людей, говорить на различных языках, понимать и говорить.
Эти 64 вида искусств полностью воплощены на Голока-дхаме. Вечно-вечно они присутствуют на Голока-дхаме. И мы видим, что все они следуют за Кришной, когда Он приходит в этот материальный мир, чтобы служить Ему. Завтра я буду говорить об этом в деталях. Попытайтесь понять эти моменты, то, о чем я говорил сегодня. В таком случае никакая материальная кама никогда не сможет вас побеспокоить. Если вы осознаете все то, о чем было сказано сегодня, будете находиться под руководством Шри Гуру Вайшнавов, потому что необходимо слушать из правильного источника, искренне. Если вы не достигли успеха, значит, вы не искренни. А вторая причина — проблема в источнике Харикатхи, то, откуда вы получаете Харикатху. Надхармам, надхармам, срутигана нироктам кила куру, браже Радха Кришна, прачура паричарджа михатану, Сачи суну нанди сварапати сутатте гуруварам Мукунда престатте смарапарамаджасрам нанумано Ванча калпатурвасикя басиндива вача Патитанам павана бхавишна бхьо намо намо